Всем привет! Я сегодня покажу письмо, которое пришло от Лизы. Ответ на это письмо. И проведу конкурс на канцелярию. Меня зовут Маша, и вы на моем канале. Вместе с Машей! Лиза приклеила красивые наклеечки. Давайте откроем. Так, достаем. И тут у нас конвертик. Письмо для Маши. Ух ты! Тут нарисован Спанч Боб. Лиза сделала для меня разукрашку. Это письмо я прочитаю потом. В кармашке котика есть наклейки, которые она сделала сама. Диппер. Вот разные наклеечки. Так, все. Вот такие наклеечки. Также она мне написала, что она выслала для меня добавки для слайма. Кукурузные палочки для слайма. У нас в городе таких не продают. Большое, Лиза, тебе спасибо. Ой. Вот. И вот еще добавки для слайма. Вот. Тут записочка. Так. Fun Pieces, добавка для слайма. Посмотрим, что находится здесь. Так, а как его открывать? Вау! Это шармик для слайма, пончик. Я тоже такие делала. Лиза, ты молодец. Лиза, большое спасибо за такое письмо. Она мне очень понравилась. А сейчас я покажу, что я отправлю Лизе в ответе. Вот такой космический красивый конвертик. Я сделала вот такой молдфордер с разными кармашками. Тут я уже приклеила разные стикеры. В этот кармашек я положу объемную наклейку, которую я сделала сама. И вот такие красивые распечатки, девочки. В этот конвертик я положу чай со вкусом шоколада. В этот кармашек вот такие красивые наклеечки. Вот такой конвертик я положу вот такие наклеечки. На прозрачной основе. Такие прикольненькие. Я положу Малтек, который я также сделала сама. Сюда я уложу письмо и самоклеящуюся бумагу, на которой можно рисовать мелом. Также переклею свою наклеечку. А теперь по поводу конкурса. Давайте я покажу, что я отправлю, а потом я расскажу про условия конкурса. Я отправлю стикеры, антистресс-открытка, наклейки миньонов, вот такие прикольные наклейки, сборку объемных наклеек. Также есть 3D-наклейки, вот. Вот такие объемные. Стикеры разных цветов. Наклейки котят. Закладка Gravity Falls Диппера. Перышки для поделок. Декоративные скотчи. Еще одни. Вот такие классные яркие наклейки. Деревянные элементы для поделок. И пайетки. А теперь условия конкурса. Если ты хочешь получить всю эту канцелярию, то поставь лайк, подписывайся на канал, напиши в комментариях хэштег «Я участвую». Итоги конкурса будут видео с распаковкой следующих писем. Поэтому, чтобы не пропустить видео, жми колокольчик. Всем удачи, всем пока! Мяу!